Всем привет! Вы на канале Toy House Life, и это канал, где можно пообщаться, позадавать вопросы. Здесь я, в принципе, буду вам рад ответить на те, которые вас интересуют, ну, по возможности. Итак, знаменитый вопрос. В общем, вот я сделал электричку R2, по-моему, правильно. Она называется «От умной бумаги». Вот прям мне вот эта голова, вот это место прям вообще не нравится. Вот как она так получилась? Ну, чтобы делать правильно умную бумагу, ее надо как-то там правильно гнуть. В общем, тоже техника своя. В общем, ладно, суть не в этом. Суть была в том, где вот взять вот такие вот тележечки. То есть с умной бумагой идет просто бумажные. Сейчас не знаю, есть у меня здесь на столе. Наверное, нет собранной тележки. Ну, в общем, такие же тележки, только из бумаги, и, соответственно, электричка никуда не едет у вас, а просто стоит. Здесь она, видите, прям вот ездит, даже может проходить, по сути, стрелки, но сейчас у меня нет собранной стрелки, не буду. Одной рукой неудобно и снимать, и делать. Эти тележки, ребята, вот так вот они выглядят. Вот. Вот так. Опа. Вот так вот она выглядит. Это тележки из журнальной серии, как она называлась, «Железная дорога в миниатюре», по-моему. И там на вагонах вот стояли тележечки. Вот они прям так, видите, с застежечками идут. Да что ты, не могу сфокусировать. Сейчас я ее вот так поставлю, так будет. Вот, видите, застежечки, все, ее можно снять, можно обратно поставить. И в целом вот можно их использовать, по сути. Где их вот найти? Ну, это прежде всего, конечно же, какие-нибудь интернет-магазины, модельные магазины. И, мне кажется, ну, где-то с рук поискать, да, кто распродает. И вот там вот эти тележки есть. Единственный минус их, то что сами колесные пары, они здесь пластиковые. По-хорошему, конечно, надо, чтобы был металл. Это, во-первых, и утяжеляет, и обмоторить можно, да. Ну, по факту, вот если кому-то надо, смотрите, вот у Пика выглядит, например, вот так вот тележка. Не тележка, а вот именно колесная пара из металла. Соответственно, здесь пластик. Масштаб это все 1,87. Ну, в общем-то, по сути, объяснил, наверное. Если что-то непонятно, я их ставил на разные вагоны. И на пассажирский вот на такой вот ставил. По сути. И на двухэтажный вот такой вот ставил. Все работает, все ездит. Ну, единственное, вот электричка высоковато получилась. Но опять-таки, я же их не, ну, просто как бы для показа. А так вот можно, видите, еще их утопить туда и сделать. Но мне сама электричка не зашла, не понравилась. Поэтому я не стал уж больно так все это дело заморачивать. В общем-то, надеюсь, видео вам полезно. Пишите вопросы свои. Ищите колесные пары, колесные тележки. Можете прям забить в интернете, да, масштаб 1,87. И в целом можно там все найти. А посмотрите, вот тоже, да, как интересно. Умная бумага. По факту вагон пассажирский, а там внутри даже газеты лежат на столиках. Вот все-таки качество умной бумаги прикольное, да, вот это вот детализация салона прям. Клевенько. Есть минусы, но в целом мне нравится. Ну все, ребят, всем пока.